С двух спасать. сторон зайти, да, да еще. То есть вот второй маршрут, но это будет... Смотрите, короче, метка ожидания, это должен, получается, эксперт туда выдвинуться и через эту зону зайти туда, когда минами то почистит этот квадрат. А на ответвление северное это будет основная группа, которая, собственно, из домов будет отвлекать на себя. Либо, кстати, она не сюда зайдет. Вот она вот так от это ответвление такое прямое будет в эту зону. Как раз если какие-то пойдут люди обходить группу эксперта с фланга, как раз напрутся на вторую группу. Альфа с севера пойдет. Да, давайте тогда. Ну хорошо. Едет, едет машина. Урал, Принимаем очередь. или пропускаем? Принимаем или пропускаем? Скажите, куда я сейчас буду? По дороге. Если можно будет принять, принимаем. Слышно. Зачем ты это сделал? Там гранату уже кинул. Так, а пошел уже кинул. Давай первый пойду. Короче, пошли, давайте двигаться дальше. У тебя GPS есть? По маршруту. Так, никто уже не устал еще? Ну я подустал чуть-чуть. Ну да еще можно. Вы не топите говно быстро. Давайте вон просто дорогу, на так, обычном там беге. Ваш минометом работает. Подожди, подожди. Надо, чтобы группы подошли вообще ближе к зоне. Сейчас тут поработаешь, а вот они вы ждем, дорогу, новые ладно. Подойдут. Да не вой, там отдыхает. Там брат, у нас он одноразовый. Так, у Альфа контакт здесь, рядом. Короче. У вас контакт? У нас контакт. Убили одного. Не перед Короче. Нами. Перед нами на востоке, на северо-востоке враг. Сейчас метку на себя дам. Так, у нас впереди враг, стоп, помню, Хорош, стоп. Стреляй. Впереди. Да он жив был, прикинь. Короче, потеряли. Так, короче, он не с нами, он в Альфе. Ну, я с их частоту слушаю. Дэн, ты где? Давайте на 100 сместимся. Уйдем от этого направления в сторону. Ты, короче, чекнул, он убит. Параллельно будем идти. Дорогу переходим. Основную. Осторожно, там враг впереди. Что-то едем, а потом это Гонза. Это я еду. Так, все, давай, нам надо Паша, на восток. Посмотрите на себя метки, периодично. На северо-восток. Я тебя упустил из виду, я дорогу перебежал. Хорошо. Ну, блин, уже тут нам вдвоем нечего смысла бегать. Близко метки холодок. Холодок живой? Да, но у него опять частота какая-то, наверное, сбилась. Так, я банзай, по-моему, вижу. Да. Гунза пока стоит, да? Подожди, сейчас мы пройдем вперед, прочекаем. Впереди контакт. Гонза, по тебе РПГ. Гонза, понял, уходи. Назад, назад можешь уходить вообще. Да-да, я сейчас займемся. Не, я пойду на свою меточку, и сейчас буду на нашу. Я далеко, это за спиной, не лечу. Противника как
сидит. Там смешанные талибы и эти наемники. Зуху спали? Да. Банзай, ты слез у дома? Нет, на доме сижу. Понял, я туда вперед пройду немножко. А впереди нас двое. Наших? Ага. Да я вот вас сейчас ставлю. Альфа, Альфа, вы уже вперед прошли, да? Понял. Да, мы почти уже перед парком. Понял, не спешите, мы тут немножко застряли, сейчас, ну, меткой, короче, обновляем на себя. Мы в парк не лезем, пока сидим перед ним, мониторим. Да-да-да. А надо свой никнейм писать? Или оно само будет? Повтори. Никнейм свой надо ставить на метке? Да, я тут. Там где АВ, контакт был, не знаю, АВ, на связи? Буква ВН, когда метку ставишь, нажми на нее, будет автоматически стрелять. А я не знаю, где вы. А вы тоже не знают, где вы. GPS открой. Вот из Питера как-то где-то вижу через дом, непонятно, у меня табличка. Эх. Понимаешь, Ворон, два человека с противогазом и сожглись, вот нафиг мы вообще это затеяли? Ну, более... Там связи. Да, я сел на Зушку, а Доник, короче, это поехал на БМПху, мы высунулись, короче, и начали по ней шмалять. Короче, потратили всю обойму на нее, она нас это с одного, по-моему, или с двух выстрелов за это загасила. Бывает. Господи, пожалуйста, увидьте его на крыше. Даркнесс ошлюнул. Мы только слегка гусениц повредили. А, в Бэхе один человек на минуточку. Да нет, там уже не было. А кто на крыше лежит? Визор. Да как, он его не видит? Да что, он ногу не видит? Самое время перевязаться. Да. Я успел сказать. Блин, да как я тебя не убил-то? Ты какой-то вообще бронелист. Да я сам думал уже, что... Да, еще мы когда в зону заезжали, я был в противогазе, у меня все равно экран позеленел. Не, у меня нормально в противогазе. А, туда еще в противогазе надо заходить? Да. Ну, бас, вы шо. То есть мы половину времени тупо на моё лечение спустили, потому что у меня руки тряслись, как не знаю, кто этого газа. Надо, слышишь, Паш, это шкурки. В принципе, я могу это сделать, это переодеть в сирийские шкурки. Проблема будет небольшая с этими юнитами. Из-за того, что это воговская сборка, когда ты открываешь юнита в редакторе. Угу. Он высвечивается там, да, вертолет. Вертолет, да. Да, это я знаю. Так не, ну типа на сирийский юнит поменять можно, в принципе, этим. А, ну или поменять, да. Там же снаряжение ты дефолтно делал, ты прописал? Я с инжигером. Ну все, окей, значит. Блин, ну, мне нравится, короче, третий армик переодевание реализовано. А как краб он? А да, он вообще и... вылетел. Ага. Он на меня вылетел. Вылетел? Ну, умер и вышел просто, нет, мне кажется. Нет, он на меня вылетел, его убили. Ну, и он вышел. Да. Так я вообще, вон, где я лежу возле него, и он у меня был, агент был первой миссии, вообще там. Тоже где-то начали. Он меня убил и оказался за кучей мусора. Двойной эпичный гейминг и крабы. Блин. ГГ, короче. Это такая перестрелка была. Короче, моя ставка на то, что основную группу послать по южному маршруту не оправдалось как раз. Да, тут больше за то, что мы аутернулись. Там P55 должен быть. Да мы не юзали даже. У нас еще минамет в резерве. А, во, я у вас на базе. Ё-моё.
Миномет. Объясните мне, я не понимаю, это каждый раз ник свой писать на мет. Да нет, ты кликаешь. Там, смотри, кликаешь на карту, там есть менюшка такая, высвечивается там. G, M и что там T. Не, у меня было G, T и F. А N там не было. N. N. Вот сейчас ты тупанул, ты не услышал шаги Талибана, кто сейчас умер. Шаги Талибана. Ну а как его еще называть? Ну Брока, окей. Я, оказывается, сидел с чуваком на крыше, полчаса переговоры вел, а потом только обнаружил, что он со мной сидит на крыше. Дурак. Сыщешь Паши Машета? Я сейчас народу будет мало, предложим коупчик погонять в какую-нибудь массу. Не. Деликат баланс, да? Да. Доминацию это видите. Да, доминацию они любят играть, боишься. Еще революцию предложит. Все, Брок поиграл. Не живой еще. Ну, хоть не на арму проджекс. О, там что вообще есть кто? На дороге там подстрелил, кто перебегал. Да, убили. И сколько Спитер там забил? Трека. Спитер не был, да? Блин, вообще была четкая перестрелка. Бегу, бегу, ко мне враг начинает стрелять, прячется за деревом. Ой, можно Ульяна забанить, пожалуйста? Да с целью. У киллер несчастный. Холодок, может ты на КВшку будешь уходить? Ну ты не на КВшке был. Браво. Карыч. Чё, как побегал? Ты видишь, где он? Вот. А? Нажми фильтр по трупам, убери. И найди краба. Сейчас, где этот фильтр убирать? Ну, сверху, всё, слева. Там, ну всё, не успеешь. А, Господи, так это я краба убил. Такое себе. Демьян. Ответь, пожалуйста.